Друзья, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Привет, ребята, с вами Антон, и мы продолжаем проходить Кюн. И сейчас мы наконец-таки будем исследовать нижнюю правую часть карты. По крайней мере, постараемся это сделать. В предыдущей серии у нас тут все изваляли. Ай, куда я пошел? Тут же закрыто все, наставник. А нам сюда. И мы получили таки ответ, как пройти головоломку с зодиаком. И мы постараемся это сделать самым ответственным способом. Сейчас, где-то тут рядом она. Это я помню. Вот, походу. А нет, нет, не тут. Вот здесь. Вот здесь эта задачка. Безумная совершенно с зодиаками. Сейчас мы ее пройдем. По крайней мере, постараемся пройти. Блин, я не туда пришел. Да чтоб тебя. Да. Понятно. Я был так близко. Так близко. Ну ладно. Ничего. Зачем я выходил оттуда? Непонятно. Вот она, задачка с зодиаком. И давайте изучим письмена. Блин, карта звездного неба не то. Вот китайский зодиак. Значит так. Петух первый, обезьяна последняя. Все, вопрос решен. Петушок. Ты будешь первым, а он и так уже первый. А обезьяна будет у нас последней. Как так? Я просто, я чисто рандомом сделал, да? Только я так могу. Окей. Окей. А то, что я минут 20 пытался пройти, логически, мне ничего не дало. К сожалению. На обеих сторонах алтаря стоят постаменты, на которых что-то хранится. То есть там у нас как бы есть одна статуэтка, да? Помните, вот я сейчас покажу. О, сторожевой пес. А нам нужен еще один сторожевой пес. Или сторожевой кот. Все равно. Но он должен быть тоже сторожевым. Вот так. И мы пойдем такие. Дальше по сюжету. Ну теперь точно мы идем вниз. Ну 100%. Потому что больше просто дальше идти некуда уже. Так, не в этот низ. Вот сюда. Проверяем карту. А, вот у нас есть ворота, конечно. Но давайте пойдем в павильон. Раз такая возможность есть, тут, кстати, ничего важного абсолютно. Так, восстанавливайся, не надо мне тут сердцем колотиться, как бешеная птица. Стоп. Блин, тут еще бегать надо. Кстати, а что у нас здесь? А здесь ни хера нету. А, вот оно что. Понятно, как тут все изображено. Вот диск. Это опять это пыль. Мешочек с пылью. Тряпочка.
Земля! Ура! Этот мужик совсем не нравится. Вот. Второй сторожевой пес. Четко. Все очень-очень четко. Супер! Вот я просто очень доволен. Нам дали землю сразу и... Ах ты что? Исчезни. Отлично. Испарился. Все. Ну, а теперь можно спокойно вернуться в ту самую комнату. Я, правда, не знаю зачем. А хотя нет, подождите, давайте к воротам наведаемся, чтобы не возвращаться потом по 100 раз. Блин, я думал, закрыто будет, ну ладно. Опа, светло, но звуки нехорошие. На! Хотя бы сразу сдох. Подонок. Ворота закрыты. Но мы, походу, пришли с них, не? Я уж не знаю даже, откуда мы пришли. Но это уже и не имеет значения, на самом деле. Сестру-то просрали. Она загулялась тут, на небо засмотрелась, и все, бац, и нет сестры. Зато у зомбиков дофига. И это очень грустно и печально. Да. Мне это совсем не нравится, мы туда не пойдем пока что. Мы вот сюда пойдем. Вот хибаря. А там тоже что ли? То же самое, да? А, нет, другое заклинание, связанное с пауками. Ну, в общем, такая более-менее пустая локация, которая, кроме заклинаний, нам ничего не дала интересного. И сейчас будем использовать сторожевых псов. И знаете, тут интересно очень все построено, правда? Только... у нас тут с вами есть закрытая дверь, которую мы сейчас откроем. Рано я сказал, что мы идем сторожевых псов ставить. Печать земли-то мы теперь можем открыть, все, а? Заклинание Хен. Все. Больше ничего полезного, к сожалению, здесь нету. Хотя могли бы чем-то такое положить для прохождения необходимое. Но нет. Простые плюшки выдали. Наверное, сейчас третий диск получим. Ага, супер. Да, я оказался прав. Карта большой медведицы. А, то есть это сейчас как бы карта для той загадки,
который я уже прошел. Вот такие вот пироги. Но все равно, это очень хорошо, что разработчики заботятся о том, чтобы какие-то подсказки хотя бы вообще присутствовали в игре. Это плюс, несомненный. Текс. Где у нас еще есть закрытые двери? Ага. Вот она, дом для слуг. А дальше, пока что. Все, Давайте тогда пойдем в дом для слуг. Стоп, О, не то нажал. И я еще одну дверь пропустил. Как я мог? Непонятно. А, хотя... Не, все равно непонятно. Ну, ладно, этот вопрос мы решим. Так, дверь не откроется. А как мне попасть? А, может вот так вот? Точно! Нет, нихера не точно. Абдя. Все. Ухожу отсюда, я обижен на вас. Здесь все завалено. Не пройти. Вверх тоже. Весь засран. Давайте попробуем с той стороны пройтись. Не, не получится. Тогда пойдем использовать диски. В принципе, уже давно пора сделать это. Ну, а ну выходи куда положено. Теперь проверяем, куда нам надо идти было. В общем, нифига не понятно. Ой-ой-ой, что ж ты. Пойдем сюда. А, да, и походу мы правильно идем. Да. Вот отлично. О. Отлично, сохранились. Понятно, то есть у нас даже карты нет для этой территории, поэтому я не мог понять, куда идти. И здесь у нас, кстати, есть печать земли. Давайте сначала мы сходим к этой печати. Хотя мне совсем не хочется этого делать, но да ладно.
заклинание очередное. Указатель входа в святилище. Кокон съели насекомые. Восьминогий рот станет кортом для вора. Запачканного проколят отравленным клыком. Существо, ползающее по земле, должно отличаться от существа в небе. Черные крылья будут истерзаны на клочки. Тех будет... Тех? А, мех будет поруган ребенком. Ребенок станет мужчиной только если его съест женщина. Что за бред? Место отвратительное вообще. Все, я рад отсюда уйти поскорее. Очень. Ну, наконец-то. А, ну, наверное, они, может быть, сами используются. Понятно. Нам еще один шип нужен, которого у нас ни хера нету. Зашибись! Зашибись, что я могу еще сказать? Что делать теперь? Я буду искать третий шип. Потому что одного шипа только не хватает. Все. Пипец вообще. Как всегда. Игра. Ну, блин. Печально. Очень печально. Что делать-то будем, товарищи? Смотрите. Я даже не представляю, что надо делать вообще. А мы еще в штабе не были? Или там был проход закрыт? Давайте попробуем туда сходить. А, более-менее непонятно пока что. Я уже совсем забыл про это место. Напрочь. А ведь там тоже какие-то комнаты были. Я не удивлюсь, если там шип найду. Все в моем репертуаре. Вопиющая невнимательность. Ну, вопиющая, в смысле, не настолько вопиющая, конечно, но невнимательность. Так, все правильно. Печать Сатурна. Стоп. В хижине у нас вот как раз все, ничего не осталось. А здесь, по-моему, еще что-то было. Ну, навряд ли, может, ну ладно. А, ну здесь этот ребус был. Блин, зря пришли.
Нет, ну по-любому где-то что-то должно было остаться. Ну не может такого быть, чтобы вообще нигде не было того, что мне нужно. Где третий шип, мазафака? А? Ну-ка, признавайся. Двери закрыты, кажется, понимаете ли. Все же все охренели тут. Меня синева только что. Как я пройду игру? Здесь у нас осталась дверь, которую можно открыть. А, нет, она и так открывается. Блин. Да-да-да, вон она совсем прямо напротив нас. Отлично. Еще раз проверим на всякий случай. Тут мы уже все осмотрели и изучили. Здесь тоже уже все печати сняты. Прекрасно. Да. Ну вот мы попали туда, как раз где не были. Здесь, походу, все равно ничего интересного для нас. Ой! Блин, чё ж ты меня пугаешь-то? Ой. Всё, сам сдох, походу, да? Чё, если я ничего не выпало? Да пошёл ты. Нафиг тогда. Раз тебя проку ноль. Кыш, сказал. Тоже у нее ничего полезного нету, к сожалению. Так, там у нас слева тупик, поэтому исследуем его. Да, к сожалению, ничего интересного нету. Хотя могли бы разработчики что-нибудь туда положить ради интереса. Давно не медитировали. Вот прекрасно. Всего лишь одна дверь. Ведущая к двум дверям. Прекрасно. Все просто отлично. Что такое? Нитка цепляется у коробки. Нафиг иди. Пошел вон. Ладно. Ну, это как бы заметка такая. Вот ящик. Вот что этот ящик может нам дать, я, честно говоря, не понимаю. Так, осмотримся тут повнимательнее. Все, ничего больше полезного нет, значит, откроем печать. Место.
стоп. Во. Давайте волка поставим. Все, готов. Спасибо тебе, паучок. Грустно познать, но это кажется лорд поместья Фадживара. Как это могло случиться? Отлично. Ну валим отсюда. Ну и безобразие. Что ж, друзья, давайте мы на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.